So hello guys, I'm speaking in English because we with him wanted to speak English in this house, and we are idiots, and let's listen my English, and I can tell you that what we want, what we're doing. So, собственно, мы на азиатской части Стамбула. Ускогвазу, yes. Yes. We want to join some houses and some sites. Now we are in the painting museum. So we go. Go, 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 go. Здравствуйте. Это Стамбул. Хай. Шло утро. Какое сегодня число? Девятое? Восьмое? Седьмое? Седьмое? Восьмое? 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 А, мы восьмое выезжаем, все нормально. Шло утро 7 января. На улице, ну, такое. Ну, типа тепло, но типа теплее, чем в Рашке, короче. Вот, мы сидим, мы уже сходили позавтракали. Вчера ничего интересного не было. Ведь не было ничего вчера интересного, правильно? Вот, на него ссылочку вот здесь вот у нас подписаться на его инстаграм. Здесь вот ссылочка на его инстаграм. Ну, в смысле, ник его. Ссылочку внизу я вставлять не буду, мне лень. Вот, что мы, собственно, сейчас делаем? Мы сидим, переписываемся, ну, залипаем в Wi-Fi. Сейчас сколько? 9 утра? 8-9. 9 утра. И мы смотрим русский канал, и тут что-то готовят. Вообще какая польза вообще. Я вообще не смотрю. А я смотрю. Это же так интересно, офигеть. Лиз, подай колонку, пожалуйста. А где она? А. Включай через этот. Аукс. Почему? А у тебя меньше зарядки там плетать будет. Короче, да, весело. Смотрите, вот что я делала вчера вечером. Правильно? Я писала сочинение по литературе на 5 страниц, потому что... А что мне еще делать, правильно? А, что делать, когда у тебя колонка сдохла? Ну, как бы, смотрите, слушайте, да? Вы слышите, да? Она воспроизводит звук, но... Ей немножко херово. Басы, все, до свидания, это не очень... Ненормально! Все, можешь выключать, пожалуйста. Она хорошо воспроизводит песню Марьян Ро. Я мега-звезда, бам-парам. Вот эту вот херню. Так что да. Вот это вот чудо говорит метечь, а не мечеть. Извините. Поэтому у нас голубая метечь. Смотрите, пожалуйста, почему так красиво, я не понимаю вообще. Короче, для всех, кто не втыкает, что мы тут делаем, собственно, в Стамбуле есть две части, типа европейская и азиатская. Мы сейчас из европейской, собственно, где мы все это время и были, мы едем в азиатскую, чтобы посмотреть, что там такое. Плывем, да. Вы правильно подметили, молодой человек. Красиво, очень. И самолет летит. Аэроцк. Нет, это им кто-то кидает. Да, снизу. Короче, чай кормят там снизу кто-то. Нет. Смотрите, как много.
собственно, мы собираемся. Боже. Прошли эти сколько дней? Пять-шесть дней. Так, нам предстоит очень долгая и долбанная поездка в самолете. Фу. Это трэш. Ну, вот так вот, да, мы оставили. Очень хороший такой врачебник. Ну, сразу понятно, что здесь были мы. Мой подписка. Лайк, подписка! Я вернулась во влоге царя! Ставьте лайк! И подписку! Царь! Кликайте на колокольчик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Что это Никита придет? И всех с наступившим новым 2017 годом! А ресничка золотая, самые красивые косички. Я мега-звезда! Ёска! Пам-пам-пам! А что там происходит? Подарите мне гирлянду на руку. Вообще, порядок, не дарите мне просто гирлянду, пожалуйста. Она будет из них делать кардиограмму просто во всю комнату. Так, я хотела спереть какую-нибудь конфетку. Я очень надеюсь, что я в фокусе. Ну, собственно, хочу сказать всех вообще поздравить с наступившим Новым годом, потому что, ну, Новый год наступил, все-таки все дела. Я думаю, что это видео выйдет после того, как я выложу, типа, итоги 2017-го, ну, как итоги, просто видеоразговор, ну, монтажик. Типа, все, что произошло в 2017-м, возможно, что-то наговорю. Кот прибежал! Кот прибежал! Кот! Вот. Так что, да, ставьте лайки. Ну-ка! Подписывайтесь на канал, я думаю, отснять ли видос, типа, а-ля итоги, ой, не итоги, то есть итоги и цели на 2018. Это, мне кажется, очень хороший вариант. В общем, всех поздравляю с Новым годом, с наступившим, у кого наступил, он уже, наверное, у всех наступил. Живите счастливо, там, здоровиться всем, живите, просто ищите счастье в мелочах, никогда не грустите, потому что грусть — это фигня. Все у вас будет хорошо. С вами был царь, и мы пошли дальше тусить. Ну-ка, кот, что ты тут меня трогаешь? Тоже вкусненько. Значит, надо с самого начала, подожди. Давай в отражение. Где еще песня? Сейчас будет, подожди, кошка там мандал. Здравствуйте! Она слишком часто появляется в моих инстасторис. Вот ее инстаграм, вот мой инстаграм. Подписывайтесь здесь и здесь, вот сюда. Сегодня мы с тобой зависаем. Зависаем. Да, у нас сегодня 24 часа челлендж на конюшне. Ну, с поправочкой. Ну, около 3-4 часов на конюшне челлендж. Вот оно, 50-50. Ну, не важно. Альтернатива. Это бета-версия. Хотите полную платить? Да? Да, регистрируйтесь, отправляйте смс. Задолбали коллекторы. У них номер. Сейчас я продиктую. На этот номер присылайте все, что вы думаете о коллекторах вообще. А где? А где они? Ван, момент. Сейчас. Вот они. 8-800-555-90. Лайк за борьбу с корректорами. А, да, тогда да. Здрасте. Я Настя. А, погода, там Ардуино есть сегодня? Нет. Что здесь на Люсю? Как дела? Я не мочь. Мам, я не могу. Коньяк. Настя, снимай. Я пошла. Кого? Себя, не себя. Включенная запись. Ручку. Позовешь, как будто собираем. Мы идем! Рабы. Это мои рабы. Царь, он снимает. Царь. Пам-пам. Пара-пара-ра-ра. Пам-пам. Зовите. А что, я-то держу, ё-моё. Я хватит.
А что я-то? Здравствуйте. Все как обычно. Поздравляем с прошедшим праздником 8 марта. Мы как всегда чуть протупили, конечно, немножко поздно, но ладно. Ну, это... Без этого уж просто, чем никак. Фиолетовый. Если большие девчонки, вас тоже спросят. Специалист. Любим, не можем. Фиолетовый же. Да, и фиолетовый бантик.